Всем здорова, друзья, с вами спикер и Гордон Фриман. Мы продолжаем проходить уровень сложности максимально, без смертей, все по экшену, все по жесткому и по честному. Окейшки, я вам показал уровень сложности, берем гренки и пойдем дальше. Нам нужно двигаться дальше, открыть паутину. У нас там, походу, пулеметчик. У нас есть много гренок, о, 5 штучек целых. И вперед, бросаем наперед уже. Чувак, тебя сейчас будет не забрать. Я, кажется, не докинул. Так, он просто решил уйти, что ли, от нас? Куда ты решил уйти-то, чувак? Держи. Он пошел в атаку в нашу сторону. О, какой смельчак. Мне нравятся такие ребята. Смелые идут в атаку и всегда добивают своего. Тут есть у нас ночка, это нормально. Там, кажется, будут еще у нас. Так, я не вижу там. Я там никого не вижу, но по идее должны. А уже вижу. Так, одна, вторая, давай. Пошла вторая. Так, один готов. Иду в укрытие. Так, двоих я убил, одного я, кажется, взорвал. И все чисто. Так, соберем патрончики. О, кто ж нужно? Сколько тут хп-то? Нормально. Пополнили, 100%. Реально, пока что не напрягаюсь, просто я слишком не высовываюсь. И, в принципе, нормально проходит. Максимальный уровень сложности. И бессмертие даже не знаю, возможно, невозможно. Мне кажется, возможно. Так, у нас тут сломано, нужно разорвать бочку. И это дело. Красота. Уходим отсюда. На катер, но не все так просто. Обратно будем идти, там будет довольно много ребят. У нас есть пулемет, у нас есть гренки. Можно дело, конечно, закидать. Держим! Свинца! Не успел. Я кину себя, что ли? Хорошо, скосили. А где-то фигня летающая. Секундочку. Спускай чуть ниже. Хорошо, пойдем дальше. Она нам не мешает. Так, соберем патроны. Патроны мне пригодится. Да, слышу рацию, знаешь, ребята пришли уже. Мы просто дело все закидаем. Весь гараж. Хорошо кинули. Сейчас наведем здесь мурафет. Давай его. Так, решил обратно бросить? Или свою бросил? Да, там довольно много там. Так, попомнить надо. Ну, многие из них, конечно, уже сдохли. В атаку они пока что не идут. Нормально. Так, держим. Нужно бросить прямо туда. Будет хорошо. Да, у нас там пулеметчик. Там есть еще ребята. Готово. Нормально идет. Ох, сколько их там? Кидаем. Просто реально закидаем эту комнату. О, прям в окошко вылетел. Красотень. Просто реально какой-то экшен получился. Так, держим. Да сдохни ты. Какой жуч оказался-то. Так, патроны соберем. Чувак отлетел отсюда. У нас есть патроны. Есть гренки. Сколько патронов? Нормально пополнились-то. Так, уже полный автомат у нас. Хорошо, идем дальше, друзья. На катер и движемся дальше. Двери открылись и поехали. Избавь парочку. Так, мы сбили одну. А вторую нет. Сейчас слезем, наверное. Итак, разобьем. Так, вижу парочку ребят на мосту. Раскочим это дело, конечно же. Вот тачка стоит с ракетами. Влево-вправо. Ух, проскочил там. Держи прям по зубам. О, нормально сбили.
красоте. Так, лизун. Ох, ребята, гасят сразу. Держим. О, как подлетел-то. А второй, походу, остался на месте. Так, у нас снова ребята. Мы там трое. Так, да их, походу, сбили. А третий остался. Бля, вправо уходим. Еще ракета есть. Прям передо мной. Жесть. Так, чуть правее. Прям на трамплишку. Главное правее держаться. Все-таки подпалили задницами. Ракета была прям буквально передо мной. Сзади, с правой стороны. Так, 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 только не застревать. Вперед, вперед. Нормально подскочили. Хотя потеряли бронь. Это, конечно, фигово. Так, у нас по ней есть фонарик. Я включаю фонарик, а его не видно почему-то. Так, есть мечка, есть патроны, и мне нужны жизни. Так, где его выкидываем вон сюда. И добро наше. Так, жизнь уже максимально. Попоняли, нормально. Еще и бронь взяли. Да, фонарик работает, а труба у нас пустая. Пока что реально без проблем иду. Конечно, бывает ситуация, реально напрягаюсь, но ничего страшного. Пока не потный, нам направо. Ребята меня встречают. Так, припарковываемся и уже наведем мурафет здесь. Так, выпрыгиваем. Вот так спецназ заходит, и уже никого нет здесь. Жалко. Ох, у нас есть Валера. Это круто, но уже все-таки нужно автомат использовать. Прям в морду, это нормально было. Так, у нас появился Валера, и теперь реально можно отстреливать с одного выстрела. Так, уже максимально. Так, у нас там больше ничего не было. Нет, у нас ничего не было. Погнали дальше. Да, здесь, помнится, мне здесь было очень жарко. Или, походу, будет еще жарче. Я его не убил, что ли? Да сдохни ты. Так, походу, вертушка. Вертушка, вертушка. С какой стороны не вижу. Так, вперед, вперед, вперед. Так, он тебя запустил, ты где? Тут еще вертушка, и нужно идти дальше. Так, проходим. Пока идет у него перезарядка, мы проходим дальше. Быстренько, прям по заднице нас. Ох, успели. Так, перезарядку. Так, сразу вдвоем встали. 9 патронов. Не успел. Хорошо, встретили. Так, нужна бронь. Есть бронь. Нормально, идем, друзья. Черт меня прессует. Двигаемся дальше. Так, заходим в ангар. Там будет довольно жарко. Там будет довольно весело. Так, кидаем гринку, прям поверху. Так, ребята, походу, спуститься решили. Да, черт возьми. Заходим. Кусок говна, походу, упал уже. Держи свинца. Так, ребят, залетайте сюда. Я сам не разберусь по-быстрому. С какой стороны будет заходить-то? Долго я ждал, и все-таки он зашел. Так, мы его подберем. А у нас здесь подъем. Так, одного я убил, их там были двое. А он, ребята, где? Так, Валера, настало твое время. Нет, не Валера, все-таки. Возьмем Хиоми. Да меня присут, реально выкурили оттуда. Как же ненавижу эти штуки. Так, еще одна осталась. Она, походу, осталась внутри. Куда чувак делся? Вон. Так, спокойно, сейчас разберемся.
Так, походу, еще осталось парочку. Да, еще осталось парочку. О, вот это реально круто. Это довольно круто получилось. Так, спокойно, ребята, стойте, наметьтесь. Мне нужно вам прицелиться. Один готов. Красиво упал. Потеряли много хп слишком. Ребят, далеко, у нас просто прессуют слишком. Так, у нас никого здесь нет. Соберем все нычки, соберем патроны. И нам нужны жизни. Ох, есть нычка. Нормально, даже есть бронь. Так, возьмем Валеру и пойдем дальше. Так, что у нас есть? Есть еще одна нычка. Я вот все подберем, реально. Очень нужная вещь. Зашли двое, и двое не вышли. Там еще есть, ребята. Так, а еще один остался. Мне нужна перезарядка. Где ты, засранец? Так, готово. Как сразу их много оказалось. Так, секундочку, нужно подобрать, которые зашли сюда. Ну, припасы. Пока что реально без проблем, даже вот в этой ситуации. Есть бронь, это реально не очень-то и сложно. Ну, посмотрим дальше. Ногами кверху. Красиво улегся. Максимальный уже патрон у нас на автомат. И довольно радует. Так, 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 вертушка, вертушка. Поближе к стеночке, и все будет чудесно. Так, много коробок, можно раскидать, в принципе, их с помощью гренки. А вот хорошо раскидали. Даже не знаю, снялось с ним хп или нет, с меня. Так, много, бросаем гренку. Сейчас, ребят, подойду. О, хорошо кинул. Пригнись! Последний патрон, реально, на него. Это просто чудо. Чудес не бывает. Просто повезло. Так, может пополниться? Хорошо встали так. Реально повезло. Так, чьи жизни. Все максимально. Выходим отсюда. Продолжаем движение в мою сторону. У меня тут крысу вертушки прям. Вот задница какая. Это было жестко, ребята, но все-таки мы зашли сюда. Пригнись, пригнись! Идиот. Сейчас мы с ней разберемся. Кстати, можно даже сидеть и отстреливать. Довольно удобно. Так, куда задница полетела? Лети сюда. Ох, жесть. Довольно было жарко, но мы все-таки открыли ворота без проблем и двигаемся дальше, друзья. В принципе, на этой ноте можно закончить, мы продолжим дальше. Было довольно сложно, было довольно интересно. И увидимся в других роликах. Ну а с вами был Спикер, и до новых встреч. Всем пока!